Сегодня мы с вами собрались в преддверии праздника День российской науки. В научном читальном зале особую роль в фонде зала играют научные труды, монографии, диссертации наших ученых. На книжной выставке представлено богатое наследие научных работ ректоров Тувинского государственного университета. Первого ректора Орлана Бузурола, Николая Дубровского, Сергея Андара и действующего ректора Ольги Хомушко. Это монографии, брошюры, научные труды, диссертации по философии, биологии, физике и математике. Сотрудники научной библиотеки университета готовились к экспозиции с ноября прошлого года, специально ко Дню российской науки. На данной книжной выставке представлено около 60 книг и научных журналов. Выделить самую ценную работу на книжной выставке невозможно, потому как они все ценные работы. Каждая научная работа, она ценна по-своему. Нет таких научных работ, которые были бы не ценны. Отдельная экспозиция «Труды ректоров ТИВГУ» в учебном заведении проводится впервые. Ранее выставляли научные работы докторов наук. Их в Тувинском госуниверситете 19 человек. Главная цель выставки – ознакомление и популяризация научных исследований и трудов ученых-преподавателей среди студентов. Я читал научную работу «Основы религиоведения». Очень понравилось. Спасибо нашему ректору за научную работу. Ну, в основном про буддизм, про тенгрианство, про шаманизм там написано, как, откуда пришла эта религия, куда, кто. Ну, очень интересно было. Книжная выставка «Труды ректоров ТИВГУ» продлится до 11 февраля. В этот период можно прекрасно изучить труды ученых, подчеркнуть для себя много полезной информации, которая, безусловно, станет полезной тому, кто пишет работы на соискание ученой степени.